сборка пеленального столика. Для столика нам понадобится две прямоугольные части кроватки и прямоугольное донышко. Переворачиваем их так, чтобы отверстия под самый нижний уровень оказались вверху. К этим отверстиям прикручиваем уголки. На обе части нам понадобится 4 уголка, 4 винта 20 мм и 4 втулки. Придадим прочность нашему столику с помощью перемычек. Нам понадобится 8 винтов 20 мм и 8 втулок. Прикручиваем перемычки с обоих сторон столика. На установленные уголки прикручиваем прямоугольное донышко. Для этого нам понадобится 4 винта 20 мм и 4 гайки.